Всем привет, продолжаем смотреть «Войны клонов», четвертый эпизод седьмого сезона. Какая-то новая история нас ждет, и я надеюсь, здесь Асока Тана появится наконец-то. Очень, очень был расстроен, когда она в итоге ушла из совета, ну то есть не приняла предложение вернуться обратно. Вообще, та серия, те серии, они прям расстраивали то, что все там вокруг, ну, все так складывалось, в общем, все против нее, и это было очень печально, как и серия с насчет Файвса, по-моему, когда он понял, ну, этот, то, что в головах у них есть чип, но все против него тоже складывалось, вот, и также с Ахсокой. Ладно, давайте смотреть, посмотрим. Смотреть, посмотрим. Долгое нахождение в нечеловеческих условиях плена вызывает у некоторых сомнения в верности Эхо и его возможных действиях. Ну, это понятно, да. Чё, кстати, алгоритмов у них не осталось? Мы, у походу, нас по Анаксису больше десятка фронтов, и мы проигрываем почти на всех. Я могу посодействовать. Простите, генералы. Если у Капрала есть план, я готов выслушать. Можно? Мастер Винду отправится с отрядом в сборочный комплекс. Мы же с браками проберемся в новый центр связи Тренча. Все равно за ним глаз-то-глаз. Да, сержант, полностью. Хотя не знаю, как мы сядем на корабль. Не знаю, вернули ли мы его. А я уверен. Не надо быть таким. Ну хотя... Доверие... Для дроидов на борту мы будем всего лишь очередным их шаттлом, идущим на посадку. А бычки наши планы называют опасными. Он один из наших? Еще не видел такой модели. Отправляю сигнал. Да, это наши. Забавно, просто я бы его все равно взорвал. Мне кажется, возможность еще представится. Так спокойно гуляют по кораблю, если никого нет. Свяжитесь со Скака. Я хочу использовать алгоритм, чтобы вычислить наилучший способ контратаки. Отлично, я получил доступ. И как раз вовремя. Они должны считать, что твой сигнал шел с малого Скака. Иначе они поймут, что мы здесь. Ну да, так-то. Hello there. Я генерал Мейс Винду, Орден Джедая. За время войны клонов я успел уничтожить более сотни тысяч дроидов первого типа. Я даю вам возможность мирно сложить свое оружие. Вас перепрограммируют, и вы сможете перестать бездумно сеять разрушения, от которых страдает вся галактика. Огонь! Что ж, попытка была убедительная. Пока не спускаются, стрелять в ней. Выслать приказ. Я перехватил передачу. Тренч отправляет всех своих дроидов в сборочный комплекс. Не волнуйтесь, это я предложил. Наши силы окажутся в значительном меньшинстве. До тех пор, пока я не отправлю импульс, который отключит дроидов. Мы должны довериться. Рекс прав. Эхо, рассчитываем на тебя. Оби-Ван! Со мной связался Скайуокер. Сказал, сюда идет еще больше дроидов. Судя по всему, Энакин, как всегда, в ударе. А их оказалось не так много, как я думал. А эти оправдали твои ожидания? Эй! Круто. Мы засекли мощный энергоимпульс, перегрузивший системы дроидов. Выходит, ты и правда на нашей стороне. Разве были сомнения? Немного. Что ж, спасибо. Моя личная стратегия всегда строилась на тотальном уничтожении. Стоп. Засек новый сигнал Тренча. Он запустил обратный отсчет. Ну, надо им сообщить. Продолжайте зачистку. Генерал Винду, на связи тех. В ядерном реакторе находится бомба. Кто-то должен спуститься и помочь обезвредить ее. Уже спускаюсь. Сейчас какая-нибудь там крыпалюшка будет. Бомбочка. А нет. Я нашел бомбу.
Назови комбинацию отключения. Первая цифра комбинации... 3. Подавить источник сигнала. Нас нашли. Отключайся. Уводите оттуда людей. Есть, сэр. Ну... Фиг знает, что ему делать. Довериться к Кеннеди. У нас тут гости. А куда я на Кеннеди шел? К адмиралу же, по-моему. Отправить к нарушителям на корабле больше дроидов. Что? Та-дам. Мне кажется, адмирал, это ваша последняя идея. Назови комбинацию обезвреживания. Ты ведь джедай. Твое благородство. Отвечай на вопрос. Жестко. Шанс остановить его есть, хотя придется полагаться на удачу. Адмирал Тренч любезно согласился назвать нам последнюю цифру. Введите 7. За вами обоими должок. Крушила будет в восторге. Адмирал, благодарю. Ну и Энакин. Зачем стрелять, если можно крушить? Да! Как трогательно. Офигенно. Спокойно, Крушила. Ты его еще бегстинешь. Без шансов. Я с подарком, Крушила. Вы серьезно? Я могу его взорвать? Это самый лучший день моей жизни. Вы все славно послужили республике. Благодаря вашей смелости, республиканские верфи скоро возобновят работу. Уверен, что это твое. К чему ты? У тебя другой путь. Они одни из лучших солдат, с кем я только сражался. Где бы ты теперь не видел свое место, я уверен, там оно и есть. Печально, конечно, печально, но, возможно, это лучше будет для него. И было бы круто, если бы мы еще увиделись с этой командой, с бракованной партией. Вот, в общем и целом, серия неплохая, опять же. Оказывается, мы продолжили, ну, все, вот это, наверное, завершилась история. Незаконченное дело. Угу. История с бракованной партией, с эхо и так далее. Круто то, что они так вот спокойно пробрались на корабль, и их никто вообще не спалил, что никого и не было там. Красавчик в этой серии эхо. Супер. Так, и я хотел сказать про... Энакина, конечно. У него другой подход. И классно то, что вот благодаря мультсериалу мы замечаем, как он менялся. И как... ну, как он вообще взаимодействовал там с сепаратистами и так далее. То есть вот тут точно так же просто взял и прикончил его. Ну, он, конечно, не хотел. Но... Все равно, типа, они же не убивают. И здесь красавчик, я не помню, как его зовут, ну, прицельщик этот, короче. Снайпер, очень круто, очень крутой подход с этими липучками. Вот, ну и, собственно, красивый взрыв. Все,
мне как бы эта серия понравилась. Мне кажется, даже, ну, если из всех этих, сколько, 4 серий, то, мне кажется, это самая крутая. Вот. Как вам? Пишите комментарии, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за внимание. Всем пока. Check it out.